Власти Подмосковья предприняли шаги, чтобы не допустить распространения коронавируса. Одна из мер – дезинфекция общественного транспорта. Теперь сотрудники компаний-перевозчиков обязаны обрабатывать маршрутки и автобусы специальными растворами. Как с этой задачей справляются в Люберцах, наблюдала Луиза Егиазарян. Вот так теперь выглядит подготовка маршрутного такси к выходу на линию. Кроме проверки технического состояния, тщательная обработка как снаружи, так и внутри транспорта. Средства, которые используют при дезинфекции, безопасны для здоровья пассажиров. Данный раствор состоит, он содержащий хлор. Вот, он убивает большинство всяких инфекций, то есть не только коронавирус, но и все остальные. Не вызывает у людей аллергию, значит, оно быстро выветривается. Каждый водитель после обработки, значит, данным средством протирает влажной салфетками все поручни и все подголовники. Весь транспорт, курсирующий в городском округе Люберцы, обрабатывают 3 раза в день. Перед выходом на линию, на конечной остановке и после рейса. Между рейсами водитель самостоятельно на линии проводит дезинфекцию. Все данные мероприятия проводятся по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Перед первым выездом и после рабочего дня оценивается состояние здоровья водителей. К обязательным пунктам при медосмотре добавили измерение температуры инфракрасным термометром. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.